Приветствую, меня зовут Антонина Чайковская. Сегодняшнее видео будет о том, зачем мне нужен партнерский сервис «Просто 3». Ну, во-первых, я сегодня на шаге, которым должна рассказать свои впечатления, выполнить свое задание перед переходом на второй уровень. Как я начала работать, я буду сейчас прямо идти по вопросам, чтобы вы понимали. Начала я работать в компании «Просто 3» совсем недавно. Хотя меня приглашали сюда еще 2 месяца назад, приглашал мой партнер с моей компании. Сразу хочу сказать, я продвигаю в интернете именно вопросы, которые интересуют каждого человека, кто хочет что-то продавать, получать доход, строить команды. Это вопрос трафика, продвижения, вопрос инструментов для автоматизации бизнеса. И это моя тема обучения. И, естественно, я зашла и посмотрела еще 2 месяца назад, сошла и вышла, потому что мне совершенно ничего не понравилось, потому что здесь все банально дается именно то, что я уже давным-давно все знаю и имею. И зачем мне это нужно, так считала тогда я. Так вот, если идти по вопросам, которые здесь даются, давайте я буду просто пока отвечать. То есть, когда я зарегистрировалась я 11 декабря, на данный момент у меня уже 7 лично приглашенных. По маркетингу здесь только 3 человека становятся в первую структуру, значит, все остальные мне люди пошли под моих людей, под мою тройку. 25 кандидатов у меня уже. Что это дает? Ну, во-первых, я заработала уже здесь, в принципе, неплохо заработала, не начинаю еще работать, $118, и из них я заплатила уже за второй уровень, то есть я заработала $148 уже вот за эти 15 дней, но если учесть, сколько я работала, то это буквально вообще несколько дней. По всему остальному хочу сказать, чем мне нравится «Просто 3» и вообще почему я здесь, потому что то, чему здесь обучают, я этому обучаю сама своих людей, я обучала в течение 15 лет, которые я находилась раньше в MLM. То есть чему здесь обучают и без чего вообще сегодня нельзя никому быть в интернете. Это грамотному оформлению социальных сетей, это грамотному оформлению YouTube-канала, оптимизация YouTube-канала, потому что это мощный трафик, самый большой бесплатный трафик. Это оформление того же Skype, к которому все привыкли, это оформление фан-страницы в Facebook, это правильное ведение диалога, это умение и наличие роботов, скриптов, которые должны быть у каждого в арсенале, потому что это помогает освободить себе время. А здесь в компании «Просто 3» это тоже все дается за ту единоразовую сумму, которую человек платит всего лишь один раз, чтобы получить все знания и все инструменты, с помощью которых можно получать тот трафик, без которого не состоится ни один бизнес. Но самое основное, что мне здесь понравилось, обучение, да, хотя, в принципе, я знать всего нельзя. Я здесь нашла даже те знания, которые сама, в принципе, еще даже не догадывалась о них. Молодцы. Все очень просто и очень понятно. Но что именно мне нужно? Потому что если показывать те ресурсы, о которых здесь говорятся, то я хочу вам показать, что я понимала, что это должно быть. И я этому обучала. И я хочу вам показать, что вот оформление социальных сетей, а самое главное, что они должны быть оформлены правильно, да, и профессионально. У них должно быть много друзей, потому что трафик – это когда вас в интернете много, да, вас видит большое количество людей и видит вас как профессионала. Так вот, ВКонтакте у меня 3 аккаунта на 20 тысяч друзей, у меня в Фейсбуке почти 5 тысяч друзей. У меня очень хорошо развит YouTube-канал, который для меня лично является самым основным источником трафика, самым быстрым, прогрессивным, потому что именно с YouTube ко мне приходит каждый день несколько платных партнеров в мою компанию, в компанию All One Profit, которую я продвигаю с апреля месяца, очень удачно. Как я считаю, я нашла именно то, что я искала 15 лет, и я продвигаю сервис инструментов, без которых сегодня нельзя быть в интернете. Инструменты – это одна из составляющих, потому что самое главное, что приводит к результату любого интернет-предпринимателя, и я это вам говорю со всей уверенностью, это знания плюс система, плюс профессиональные инструменты. Если у вас в этой связке чего-то нет, вам нужно обязательно это к себе применять, и это не будет работать, если что-то из этого связующего звена отсутствует. Так вот, что же мне дал этот сервис «Просто 3»? Почему я вообще сюда пришла, если у меня, в принципе, уже все есть? У меня есть проект, который сегодня, на сегодняшний день, из всех проектов, которые я знаю,
дает то, чего я не могла получить в малых компаниях, это я могу собрать только профессионалов своей компании. И эти профессионалы из совершенно разных сетевых компаний. Они просто приходят ко мне, покупают инструменты для автоматизации своих проектов, но при этом мне дают очень серьезный пассивный доход. Это супер. Я забыла, что такое Skype. Я ни с кем не разговариваю. Я никогда никому не пишу письма в личку, потому что я уже построила свой бренд благодаря вот таким вот ресурсам, которых я вам сейчас показываю. Благодаря своему блогу, который у меня есть и который уже, в принципе, очень хорошо раскручен. Благодаря своим подписным страницам, благодаря подписной базе. Это все уже у меня есть, да. У меня очень хороший доход. У меня доход только в компании Woman Profit порядка 30-50-100 долларов в день. У меня есть еще одна компания, в которой я тоже неплохо зарабатываю. И, естественно, что же мне нужно, что я вообще делаю здесь в компании просто три. Я вам сразу хочу об этом рассказать. Смотрите, Woman Profit — это компания, которая требует определенных знаний для того, чтобы пользоваться теми профессиональными инструментами, которые дает компания. Есть очень много людей, которые эти знания уже имеют. И эти люди у меня есть, у меня очень сильная команда, и я благодарна и команде, и этому проекту, потому что я сейчас нахожусь в окружении очень умных, очень продвинутых, очень дальновидных людей. Но что делать с остальной категорией людей, которые... Не хватает вот этого профессионализма. Вы понимаете, что очень, если самостоятельно становиться профессионалом, можно просто утонуть в этом океане информации. И на это тратится очень большое количество времени и очень большое количество денег. И вот к себе в команду Woman Profit я перестала брать вот таких людей, которых нужно с нуля учить элементарным азам интернет-предпринимательства. А это очень хорошие люди. И вот очень сильные люди, но они сильны на земле. И они уже понимают, что работать просто на земле, это просто очень глупо. И это очень маленький доход, и он не постоянный. И нужно приходить в интернет, и нужно уже чему-то начинать учиться. А учить людей с нуля, всем премудростям, которые нужно знать, чтобы даже вот как открывать социальные сети, как нарабатывать друзей, потому что это... один из источников трафика, а их очень много, на это нужно время. А в компании Woman Profit есть ежемесячные платежи, чему я, допустим, рада, потому что это мой пассивный доход. Человек один раз купил, а потом оплачивает, а я получаю постоянные комиссионные. Но для людей, которые начинают только учиться, это камень преткновения, потому что бывает не хватает месяца, чтобы весь этот объем работы изучить, им приходится вытаскивать из кармана еще дополнительные деньги. Мне жалко таких людей. Я им отказывала в партнерстве, потому что я считала, что это нечестно по отношению к ним. И уже это доросло до такой степени, что таких людей, которым я отказывала, которых я просто банально теряла, достаточно очень большое количество. Зачем? И когда мне очередной раз мой партнер предложил еще раз присмотреться к системе «Просто 3», которая, я считала, что она не очень серьезная, не очень крутая в плане комиссионных, да, я опять вернулась, и я видела то, что пропустила, о чем очень жалею, потому что 2 месяца, которые я пропустила, не будучи в этой системе, это огромное количество времени, это огромное количество людей, которые я просто банально потеряла. Вот такой системы обучения, которая дается именно в этой в «Просто 3», в принципе, она не нова, и у меня есть такая система для своих партнеров. Я сделала такой закрытый сайт, где даю пошаговые уроки, где, в принципе, если человек будет выполнять все это шаг за шагом, у него сложится та система, которая дает мне вот такой приличный доход, который я вам показывала. Но так, наверное, люди у нас устроены, что вот шаг за шагом делать не получается, вечно хочется перепрыгнуть, что-то почитать, и вот это все перемешивается, получается каша в голове. И это, в принципе, очень плохо, поэтому у меня в структуре и появляются вот такие вот красненькие, но неактивные люди, хотя они очень сильные. То есть уходят люди, потому что нет дохода, они еще не получают дохода, а деньги нужно платить дальше. Что с этим делать? Как не терять новичков, которых я не беру, и как не терять те, которые ко мне уже пришли, да? Что им нужно дать? И вот это, что я увидела в этой системе, просто 3. До банального просто, и как бы вам сказать, гениально просто, потому что не зря система называется просто 3, хотя 3 здесь в том, что человек
помимо обучения получать еще 3 партнера. Я, конечно, могу поспорить по маркетингу, но не буду. Я просто хочу сказать, зачем мне все вот это нужно. Я теперь не теряю ни одного человека, потому что если человек разговаривает со мной, и я чувствую, что этот человек нуждается в тех знаниях, без которых сегодня нельзя начинать никакие шаги в интернете, я знаю, что система просто 3 даст эти знания. Не я буду тратить время, не я буду при открытом экране брать за ручку человека и говорить, нажми туда, сделай такой-то шаг. Да? И самое главное, что здесь дается информация очень дозированно. Не может человек перейти на следующий уровень, или на следующий вопрос, если он не выполнит предыдущие. И это просто замечательно, потому что, во-первых, это навыки дают, усваивается очень хороший результат, потому что если я посмотрела, я после этого еще написала отчет, и только после этого вышла кнопочка «Перейти дальше», да, то, естественно, это все очень хорошо воспринимается. Вот, допустим, сейчас я вам покажу. Вот у меня эта кнопка будет только активна в том случае, если я напишу здесь свой ответ. Вот я уже его написала, она у меня активна. И я могу нажать на эту кнопочку и перейти к следующему. Но она у меня будет неактивна, пока я не напишу свой ответ, не отчитаюсь тем, как я поняла пройденный материал. Вот такая дозированная, очень узкая информация, которая без лишней воды дает самые основные шаги, закрепленные, да, но дают именно те знания, которые действительно дают результат, вот это есть в системе. И что я поняла? Я сейчас не теряю ни одного человека, потому что не придет он ко мне в One Profit, он придет просто Dream. Здесь тоже маркетинг, но самое главное, что здесь я чужими руками получаю профессионалов в свой бизнес. И здесь есть самое основное, чего не хватает ни у одного лидера в MLM. Это система дубликации. Я умею, еще несколько человек умеют, все остальные нет, их нужно учить, а на это просто нет физически времени. И самое главное, что ты учишь тех, которые не хотят учиться. Просто 3 приходят люди, которые понимают, что без знаний сегодня, а завтра тем более, нечего делать в интернете. Так вот, я хочу подытожить. Я получаю сама знания, потому что всего знать нельзя. Я получаю обученную команду, я получаю систему дубликации, я получаю дополнительный доход, я получаю инструменты, за которые я сейчас плачу, а здесь все это бесплатно. И я получаю очень серьезную профессиональную команду в мои бизнесы, которые я сейчас занимаюсь, помимо просто 3. Вот что такое эта система. Так что, дорогие новички, если вам нужны знания пошаговые, без лишней воды, без лишней потери времени, без лишних затрат, лучше, чем просто 3 вы найдете. Господа лидеры, успешные интернет-предприниматели, вы сами без команды, без обученной команды не сможете держать свои чеки очень долго. Вам нужно будет либо тратить время на обучение всей своей команды, что, в принципе, для всех является тоже очень сложным моментом, потому что хочется и денег, и времени. В данном случае времени у вас не будет. Так вот, эта система вам сделает всю вашу команду профи. И вы будете дальше с этой командой двигаться, и вас будут всегда ваши нижестоящие партнеры дублицировать. Так вот, я хочу сказать, что с помощью этой системы мы можем получить то, что, в принципе, всегда каждый ищет в своей компании. Это получать пассивный доход на автомат. Так что я сегодня имею предложение для 2 категорий людей. Для тех, кто хочет стать профи, и для тех, кто уже профи. Присоединяйтесь, дамы и господа. А на сегодня все. Всего хорошего. До новых встреч.